Как же учить грамматику, чтобы она у вас была по итогу на автомате? Первое. Когда вы беретесь за изучение правил, то важно изучать одно правило в одну единицу времени. То есть из моего опыта я наблюдаю, что чтобы довести какое-то правило до автомата, то есть я говорю в настоящем времени, не задумываюсь, что там сказать, do, doesn't, did, что куда вплести, нужно минимум 4 часа. И обычно первая проблема, она вообще не связана с тем, что мы как-то неправильно учим, не то делаем. Мы просто недостаточное количество времени уделяем одному правилу. Ведь недостаточно просто узнать, вот я вам сейчас рассказала, что такое настоящее время и еще миллион разных правил. Что изменилось в вашем разговорном английском, в вашей способности реально использовать это правило? Ничего. Только тогда, когда вы проговорили 10, 15, 100, 200 фраз в этом настоящем времени, вы получаете результат. Например, у нас есть фраза I like apples. Мне нравятся яблоки, люблю яблоки. Что вы делаете? Вы сначала повторяете вслух. I like apples. I like apples. Естественно, вы должны знать, что это значит, да? Вы должны произносить что-то, имея это в виду. Это не должен быть просто набор звуков для вас. Все как в детстве. Повторяем. После этого мы эту фразу отрицаем. I don't like apples. I don't like apples. И мы так делаем 10, 20, 30 раз, пока у вас не будет на автомате. I like apples. I don't like apples. I like swimming. I don't like swimming. I like reading. I don't like reading. То есть вы прямо физически много раз проговариваете это с огромным количеством фраз. Сколько этих фраз? Вы следите за собой. Когда вы достигли уверенного делания этого, тогда вы прекращаете. После того, как мы натренировали отрицание, мы тренируем вопросы. Тоже одна конструкция, которую надо наговорить с большим количеством фраз. I like apples. Вопрос. Do you like apples? Do you like reading? Do you like swimming? Do you like blah? И так мы тренируем до тех пор, пока у нас не будет свободного, уверенного проговаривания этих фраз. Потому что вот я сейчас говорю с вами, я задумываюсь над тем, что я сейчас скажу. А как мы достигаем этого состояния, кроме как многократными повторениями? Тут то же самое. Когда мы учим грамматику, надо всего лишь концентрироваться на одном правиле достаточное количество раз и проговаривать нужное количество фраз, пока это для вас не станет автоматом. Вот таким образом и изучается грамматика, когда вы постепенно, от простого к сложному, одно правило за другим, таким образом осваиваете, то у вас улучшается разговорный английский, то, ради чего вы учите эту грамматику.